И, наверное, человек, который хорошо знаком с латвийской ситуацией, Татьяна Аркадьевна Жданова. Мы знаем, что 16 марта этот день, когда Латвийский легион принял впервые участие в военных действиях. И это особенно важно подчеркнуть именно в 2014 году, потому что в январе, 27 января 2014 года отмечалась очень важная дата, 70 лет освобождения Ленинграда от блокады. Так вот, как раз этими боями, участвуя в боях на Восточном фронте, непосредственно вблизи Ленинграда, Латвийский легион СС оттягивал вот эту победу и освобождение Ленинграда от блокады. Я как член семьи блокадников, как дочь блокадников, мама, я просто чувствую это своим сердцем. Я была в Ленинграде 27 января, я была на торжественной церемонии на Пискаревском кладбище. И у меня все время вот этим бумерангом 16 марта. Это те люди, кто на совести кого еще дополнительные жертвы, дополнительные смерти в Ленинграде. И я сегодня в газете «Найт Карига», только что прилетела уже из Страсбурга, в газете «Найт Карига» корреспондент осмелился сказать, что действительно почтить память же, да, это надо делать, память погибших, но есть лестерны. А 16 марта – это день, связан с участием боевых действий. И это не может быть днем памяти жертв. Так сразу же отповедь корреспонденту на целую полосу от директора музея оккупации. Когда осмелился кто-то сказать, усомниться в необходимости проведения этих шествий. Я все-таки думаю, что наступает пора истины, и люди поймут, что это не та дата, в честь которой надо идти к памятнику свободы.